Очень коротко я вам расскажу о экранчике мобильного телефона Flight G1. Особенно тут рассказывать нечего. Довольно простенький. Цветопередача не очень хорошая. Углы обзора маленькие. Как вы можете видеть, под наклонами у нас выцветает все. В общем, дела здесь не самые лучшие. Вот так все это выглядит. Можно выключать подсветку, можно блокировать вот таким вот образом. Здесь блокировка. Самое интересное, что блокировка делается так. Мы жмем, заблокировано. Но чтобы разблокировать потом, необходимо нажать сюда и почему-то вот эту клавишу. Вот сейчас мы заблокировали. Ну, давайте я вам покажу какие-нибудь картинки. Меню. Здесь есть, так, как бы мы посмотрели, ну вот так, наверное, и посмотрим. Диспетчер файлов есть небольшой. Сейчас мы залезем в какие-нибудь картинки, чтобы еще глянуть. Вот качество экрана, ну, например, вот это. Вот моя легендарная картинка. Она, конечно, сильно выцветает. Здесь есть G-сенсор, то есть можно поворачивать экран. И вот этими клавишами мы увеличиваем картинку. Так, сейчас я выключу свет, чтобы вам было видно лучше. Итак, вот крупный у нас экран. Я поворачиваю. Видите, как инвертируются цвета. Так у нас они становятся яркими слишком. Ну. Так у нас тоже инвертируются цвета. И так инвертируются цвета. В общем, экранчик очень-очень простой. Видите, как сильно и бликует, и выцветает картинка. Ну, это единственное, можно посмотреть, как подсветка реализована. Подсветка относительно яркая и относительно равномерная. Но с этим проблем никаких не было. В меню телефона есть настройки. Сейчас, наверное, быстро не покажу. Стандартные, по-моему. Стандартные. Дисплей. Так, не здесь. Вот, подсветка. Здесь есть подсветка регулировки. Я специально выкрутил ее на всю, потому что на свету днем на улице, ну, так, немножко дискомфортно. Поэтому лучше ее поставить на всю. Ну, а дома, например, в помещении можно и потише сделать. В принципе, яркость здесь очень большая. На самом деле, не знаю, как вам передает яркость видеокамера, но яркость здесь очень большая. Ну, правда, и цвета не очень. Вот, собственно, все, что я хотел вам показать. Более подробную информацию о разрешении, диагонали и прочее вы можете почитать в обзоре на сайте mforum.ru. Всем спасибо!